Владелец львицы Майи Егиз Шакирьян объявлен в розыск. Соответствующее постановление вынесли судебные приставы. Дело в том, что после вынесения решения Энгельским судом об изъятии хищницы из семьи владельца, Егиз Шакирьян пропал из города вместе с львицей. То, что владелец животного скрылся, приставы обнаружили, когда не смогли вручить исполнительный лист лично Егизу Шакирьяну, отправившись по трем адресам, где мог оказаться хозяин львицы. Однако двери двух адресов оказались закрыты, а на третьем адресе дверь открыл отец Егиша. Точного местонахождения своего сына мужчина не знает, но предположил, что в настоящее время должник предпринимает меры для передачи животного в зоопарк. Однако документального подтверждения этого факта нет.